чё это у тебя за синяк-то под глазом? Это я подрался из-за любимой женщины. Ух ты! Герой! А с кем? С женой. Мама! Что? Что тебе, Миша? Что? Купи собачку. Нет. Ну купи. Я же сказала нет. Ну, мам. Продай ее кому-нибудь другому. В эфире рубрика «Женские секреты». Мы расскажем, как женщине понять мужчину по подаркам. Букет из 33 алых роз означает «Я тебя люблю». Букет из одной розы означает «Я бедный романтичный студент, но мне тоже хочется секса». Коробка конфет и бутылка шампанского означают «Сегодня мне что-то уж очень захотелось». Если мужчина ничего вам не дарит, разбрасывает везде носки и сидит перед телевизором с бутылкой пива, значит, вы та единственная и неповторимая, с которой ему действительно хорошо. Сопелявый!